Деньги – это все. На помощь! На помощь! Торговый корабль «Лайзи Сью» под обстрелом врагов! Эй, на земле! Хоть кто-нибудь проснитесь, помогите в конце концов! Я голодный! Какой же он приятный на вкус. Удар, двойной удар. На помощь, кто-нибудь, помогите! На помощь! Капитан Фейерборн, мы засекли неопознанный объект. Он входит в атмосферу Земли 100 миль к западу. Слышу вас отлично, командир. Мы приближаемся к объекту. Будем через 26 секунд. Проклятие! Разве для этого мы были созданы, штраф? Почему Родомис Прайм не нашел способа загрузить нас более приятной работой? Мы во многом еще новички, нам нужно работать с людьми. Разве не так? То есть нам нужно работать активно, работать много и активно. Работать так, чтобы научиться всему и вся. Работать, чтобы хлеб медом не казался. Ю-ху! О, черт! Неужели в этой планетной системе все обезумели? Сбивал, сбивал, и получилось! Еще один, надо же! Фейерборн, город автоботов. Ты видел? Наши друзья в беде. Нам так и сидеть здесь или как? Сделаем что-нибудь. Что ж, единственное, что нам нужно сделать, это внимательно следить за всем Астрофагел, а не нестись... Как полоумные. Ну, и что теперь? Ведь Астрофагел и слушать тебя не захотел. Но голод больше не голоден. Теперь голод очень разозлен. Поделись-ка головами, громила! Я обнаружил тройное усиление энергетического уровня где-то в его центральной энергосистеме. Астрофагин, косинус, накройте его перекрестным огнем. Активация! Спасибо за помощь, световик. Мы, конечно, и сами бы справились с этой двуглавой тварью. Конечно. Но все равно спасибо. Я сожалею, револьвер, но тот, кто летел в этой груде металлолома, по-видимому, сбежал. Груда металлолома. Это о моей прекрасной Лайзи Сью, кто-то такое говорит. А говорит об этом прекрасная дама. Здравствуйте, Дирк Минус, торговец Эпсилона Ариадны. Еще одна странная манера людей. Тихо. А вас зовут... О, простите, я? Меня зовут Мариса Фейерборн, капитан отряда обороны Земли. А вы арестованы за нарушение земных границ, милый торговец. Прекрасно. Зовите меня Дир. Кстати, я хочу кое-что заметить. Таракон хотел меня убить. Да, это важная деталь. А как вы думаете, почему? Должно быть, это как-то связано с базой квинтэссонов, которую я заметил, пролетая над одним из спутников Сатурна. База квинтэссонов? Внутри Солнечной системы? Где? Я ведь торговец, Фейерборн. Заплатите мне, и я выведу вас к ним. Вот так. Сколько же они будут так стоять? Пока мы не решим, что с вами делать. Превращаясь в компьютрона, техноботы обладают вычислительной способностью 200 суперкомпьютеров. Выполняя вычислительные операции, компьютрон никогда не делает ошибок.
Он хорош для азартных игр, но что бы он ни сказал, ты доверяешь мне или нет? Не совсем. Задача – появление и активация терраконов. Задача – Квинтессоны рядом с Землей. Решение – вероятность появления секретной базы Квинтессона в Солнечной системе равна 89,87%. Вывод – починить торговый корабль, заплатить торговцу, отправиться на базу Квинтессонов завтра же с рассветом. Мне все равно, что сказал Компьютрон. Пока мы не отправимся на Сатурн, я не собираюсь выпускать вас из виду. Милая дама, другого бы я не пожелал. Раз уж мы здесь, может, потанцуем? Но я не умею. Это просто. Доверься мне. Никак не заполучить, да? Знаете, первоначально это стоило 2 миллиона кредиток, но это раньше, пока вы не нанесли двойной удар по Lazy Sue при помощи таракона. Это непредвиденная ошибка в наших расчетах. Да, я согласен. Только сумма утроилась. Неприемлемо. Вам нужен мой товар или нет? Восстановитель совершенно необходим для наших действий в этой солнечной системе. Тогда у вас один выход. Платите. Согласен. Приятно иметь с тобой дело, приятель. Постой, а что с техноботами? Чтобы не чинить вам неудобств, я передам их вам бесплатно. Доверься мне. Привет, Фейерборн. Мне не терпелось узнать, когда ты придешь. Платой за эту ошибку будет твоя жизнь. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Продавай свой контрабандный груз к Метессонам. Заманивай техноботов в ловушку. Убирай меня со своего пути. Думаешь, не стоит? Может, ты и права. Отдай! Это не значит, что я готов оказаться за решеткой по своей милости. Или чьей-то другой. Извини, Фейерборн. Если бы ты не была той, кто ты есть... А я не был бы тем, кто я есть. Может быть, у нас что-нибудь и вышло, но... Это ведь не для нас, правда? Я так и не уверен в правильности полета с этим минусом. Мы так и не посоветовались с Фейерборн. Когда это мы спрашивали совета у людей? К тому же она не пришла. А если мы ей нужны, то Косинус и Астрофакел остались там, правда, Револьвер? Правда, а? Да, пусть они пообщаются с ней. День, когда трое техноботов не справится с одним двуглавым терраконишкой, будет днем моей отставки. Ха! 2 миллиона кредиток утраиваем, 6 миллионов кредиток, минус 300 тысяч на долги командировочные, остается чистого дохода 5,7 миллиона галактических кредиток. Жаль, что ты не видишь, Фейерборн. Эй, сюда! Я здесь! Кольца Сатурна! Не верится, что я наконец-то здесь. Что ты говоришь, световик? Это сон наяву, штраф. Я бы даже сказал, звездный сон. Ага. Я столько ждал этого дня, когда выйду в космос. Ага, понял. После отлета с Кибертрона я только и видел, что звезды и небо над городом автоботов. Ага, правда? Понял. Эти звезды, планеты, тысячи спутников, как алмазы в таинственной короне. Штраф! Ай! А вот о засаде меня никто не предупреждал. Ого. Очень жаль, что револьверы и остальные нас не дождались. И не говори, Фейерборн. Я так скажу. Если они повреждены, лучше будет, чтобы торговец был уже на полпути к кентавру. Если он ближе, он умрет. Пусть даже и я умру вместе с ним. Thank you.
Почему мы стоим? Почему трансформировались? Да! Охота еще не окончена, да! Громкоголосый не желает останавливаться! Я тоже, но кто-то, должно быть, управляет нами! Мило, вы держите их на автоповодке. Эти драконы могли бы потерять контроль над собой, если бы не наш контроль. Драконы самостоятельный вымогатель, но у них слабая самодисциплина. Восстановитель, пожалуйста. Знаете, как работает? Мы уже давно ознакомились с его описанием. Блад, ко мне! Любопытно. Ой, Блоту теперь что-то очень плохо. Ага, молекулярный рассеиватель-собиратель очень полезен. Это не все. Заодно он избавил вашего приятеля от микробов. Значит, это еще и оздоровительный прибор. Мы довольны тобой, торговец, и, пожалуй, дадим тебе денег. Рад, что мы наконец пришли к этому соглашению. По рукам. Да, ладно, пользуйтесь им на здоровье. Если нужно будет еще что-нибудь, сообщите. Будем держать связь. Скользкий теплокровный слизняк. Омерзительный двуногий вымогатель. О, деньги. Любимые мои деньги. Имитация? Опять нанесен двойной удар. Ладно, квинты, я был готов к подобному трюку, так что и вам оставил небольшой сюрприз. Миниатюрный ядерный взрыватель, который превратит вашу новую игрушку в пыль быстрее, чем вы сможете глазом моргнуть. Тройной удар! Пока я монтировал бомбу на восстановитель, они заминировали Лайзисью! Как подло! Эти пятилетие твари даже хуже, чем я сам! Это о многом говорит, приятель. Ребята, я очень рад видеть вас. Вы ведь не думаете, что я имел какое-то отношение к этой засаде? Для меня это казалось такой же новостью, как и для вас. И если вам интересно узнать правду, я могу сказать. Поскорее вернитесь. Не пройдет, Дирк, не валяй дурака. Ты поведешь нас на базу квинтэссонов, и тогда... Может, при следующей встрече будете доверчивее, если она будет... Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Штраф! Стреляй туда! Мой корабль! О, моя милая Лазисью! Забудь о ней! Эти жуликоны сейчас освободятся! Нам нужно выбраться отсюда! Бей их, Косинус! Сверху бей! Давай, давай, бей, бей! Принимая во внимание тот факт, что расстановка сил на флангах могла быть... Да стреляй же! Ты ни разу не дослушал до конца. Откуда вы взялись? Мы бы могли сами справиться здесь. О, Фейерборн, ты неподражаема. Да, как и ты, Дирк. За что все это? Предоставить отчет
оставляя минусы здесь, а сами возвращаемся на ремонт. Ваше убеждение не позволит вам этого сделать. У квинтэссонов есть восстановитель. Какой? Молекулярного рассеивания и неограниченных возможностей. Только я знаю, как его сломать. Я и не сомневаюсь. Но нам нужно хорошенько подумать. В нашем состоянии мы не сможем составить компьютрона. Доверьтесь мне. Ты действительно меня ненавидишь. Что же натолкнуло тебя на эту мысль? Я всегда хотел только денег, Фейерборн. У меня не было личных привязанностей, но ты мне нравишься. Я знаю. А почему бы и нет? Знай, несмотря на все, что ты сделал, часть моего сердца принадлежит тебе. Все же, я не совсем потерянный парень. Иногда я так умен, что самому себе противен. Очень недурно сработано, торговец. Но меня удивляет, что ты привел их к нам после того, как наша сделка закончилась неудачей. Что мне оставалось делать? Ловить такси? Ведь до ближайшей звездной станции 2 миллиарда миль. А кроме того, у вас мои деньги. Единственное, что тебя влечет, Дирк. Для тебя деньги решают все. Я голод очень голодный. Рви металл и ешь. Может, ты предпримешь что-нибудь? Мы и так делаем кое-что, капитан Фейерборн. Мы думаем, действия торговца Минуса очень любопытны. Итак, мы обо всем договорились. 1000 кредиток и доставка домой. Но кое-что, я думаю, я смогу сделать сам. Вон те оловянные солдатики доставили мне массу хлопот. Теперь я с ними расплачусь. Нет! О, нет! Минус, ты негодяй! Драконы взять! Обманщик! Восстановитель избавил их от повреждений! Жизнь полна в стольких неожиданностей. Драконы, составить Обломиуса! Ить! Уничтожить техноботов! Техноботы! Составить компьютрона! Расчетная вероятность победы в сражении 1 на 1 49,27%. Угол огня 14 градусов от центра. Расчетная траектория повторного огня. Почему же ты не рассказал мне о своих планах? Ты не очень хорошая актриса, Фейерборн. Ведь квинты должны были поверить, что я предал вас. Разве не так? Разве я зря говорил «доверься мне»? Расчетная сила, достаточная для уничтожения боевого механизма Терракона 16 мегаэргом. Расчет траектории огня, готовность лазерной пушки, огонь! Расчетная вероятность возможности победы Терракона над компьютроном равна 4,5%. Что я тебе говорил, Фейерборн? Из нас вышла отличная команда, просто отличная. Как бы хотелось отдать тебе кредитки, оставленные квинтессонами на Титане, Дирк. Но командиру обороны Земли не положено этого делать. Нет проблем. Я и тому рад, что вы помогли починить Лазисью. Она выглядит почти такой же милой, как ты. Капитан Фейерборн! Мы только что получили сообщение о том, что кредитки, взятые у квинтэссонов, пропали. Дирк, ты не брал их? Минус!
Нам лететь за ним? Нет, думаю, не стоит. У меня такое чувство, что он вернется. Имитация? Фейерборн, ты меня обманула! The Transformers will return after these messages. Из секретных файлов Телетрона 2. Во времена Мегатрона Десептиконы создали боевых хищников, используя кассетную технологию. Первым был Лазерник. Он мог незаметно проникать в любые помещения, записывать информацию и возвращаться на базу. В дальнейшем Десептиконы расширили свои шпионские возможности с помощью крысака. Маленький крысак может тайно проникать даже туда, куда не способен проникнуть Лазерник. Обладая особыми возможностями, заложенными в его программу, крысак, незаметный на фоне космоса, узнает о самых секретных разработках автоботов. В ответ на шпионскую систему десептиконов автоботам пришлось создать службу контрразведки, состоящую из кассетных роботов во главе с Бластером. Она состоит из бодуна, носорога, обладающего невероятной силой удара, и стального, способного преодолевать любые препятствия на любых планетах в поисках десептиконов. Автоботы усилили кассетный отряд реверсом и эффектом, способными трансформироваться в роботов с исключительной системой.